Здравствуйте. Здравейте на всички. Я тоже не могу об этом не сказать. Я не могу да не кажа също что за това. Я на этой неделе получил очередное звание, да? Тази седмица получих нова титла. Которая для меня больше, чем профессорское звание. Това е по-голямо за мен, отколкото професорска титла. Звание регионального епископа. Звание, и отколкото звание на регионален епископ. Какое? Каква титла е? Я стал дедушкой. Да? Аз станах дядо. Ну, а соответственно Наталья Ивановна уже теперь не соответственно, только... Соответственно Наталья Ивановна стала профессорша, не только самоним епископша, баба. Она бабуша. Давайте тоже похлопаем Наталье Ивановне. Бабуля. Да, слава нашему Богу. Слава на наш Бог. Для нас это большая радость, большие такие переживания. За нас твоя голяма радост, големи преживявания. Ну, я вышел сегодня представить своего друга. Аз излязох днес да ви представя един мой приятел. Мы уверовали почти вместе. Ние повярахме, почти повярахме заедно. Да, я уверовал в 91-м году. Аз повярах 91-ва година. Абай пришел чуть позже. Абай дошел малко по-късно. Мы родились в церкви Грейс, благодать. Ние се родихме в църква Грейс, благодать. И вы знаете, этот брат, он с самого начала отличался от всех. Този брат от начала се отличавал от всички. Ну, например, он удивлял, ну, лично меня. Например, той ме восхищаваше. С тем, что он много молился. С това, че се е молил много. Очень много молился. Много се е молил. Например, мы входим в ночное, в бдение, ночь бдения, да, у нас так называется. Ние влизахме в нощта на бдение. И мы должны всю ночь молиться. Ние трябваше цяла нощ да се молим. И вот молодежь, мы становимся на колени. И ние, младеж, заставаме на колене. Ну да, ну, так у нас было принято тогда. Така беше прият в църквата. И мы начинали молиться. Ние започнахме да се молим. Кто-то выпиял к Богу. Някой викаше към Бога. Кто-то говорил какие-то заученные молитвы. Някой казваше някакви заучени молитви. Ну, обычно мы все потихонечку один по один уходили. Обикновено ние един по един си тръгвахме. И где кто нашел, там в кресле или где-то на полу в углу. Ложились и засыпали. Или кой когда-то себе намерил, в угла на дивана и заспивал. И вот я утром просыпаюсь первый. Я с утра-то се събуждам пръв. И смотрю, что все уже спят. И глядам, всички вече спят. А брат Абай как стоял на коленях? А брат Абай как той стоял на колене? Так он и продолжает стоять на коленях. Такая продолжава да стои на колене. И продолжает молиться. И продолжава да се моли. Всю ночь. Цяла нощ. На коленях. На колене. Человек молился. Човек се е молил. И меня это лично впечатлило. И мен ме е впечатлило това. Потому что я так не смог. Защото аз така не направих, не можах да направя така. Я тоже был таким горячим христианином. И аз бях горещ християнин. И вот последний раз мы встречались с братом Абаем в Астане. И последния път се срещнахме с брат Абай в Астана. И вот я уже получил профессорское звание. Аз получих професорска титла. А брат Абай ми говорит, что он скоро получит професорское звание. А брат Абай ми казва, че той скоро ще получи професорска титла. Только по теологии. По теология. Я сейчас перечислю. Сега ще ви изброя. Регалии. Неговите регалии. Он является пастором международного религиозного объединения. Той се явява пастор на международно религиозно обединение. Пресвитерианской общины Агапы. На пресвитерианска община Агата. Агапе. Город Астана. На град Астана. Магистр теологии. Магистр на теология. Аспирант второго курса. Аспирант на втори курс. Иудейской теологии. На иудейской этимологии. Или богословие. Или на богословие. На кафедре еврейской культуры. В катедра на еврейской культуры. Санкт-Петербургского университета. На университет в Санкт-Петербург. Слава Богу. Слава на Бога. И вот я говорю, вот брат Абай, ты тут уже скоро профессором тоже станешь. Я ему казвам, брат Абай, ты скоро също ще станешь профессор. Он говорит, ну это же твое помазание. И той казва, това е твое помазание. Ты уже профессор. Вече си профессор. И помазание передается. И помазание это се предава. У этой семьи сегодня 6 детей. Това семейство вече има 6 деца. В прошлом году его супруга Сауле. Миналата година неговата съпруга Сауле. Она засвидетельствовала. Тя е свидетелствовала. О том, что их семья возникла благодаря пастору Геннадию. За това, че тяхната семейство възникло благодарение на пастор Геннадий. Как так получилось? Как така се е получило? Я работал в реанимации. Аз работих в реанимация. Как я постоянно рассказываю, в еврейской бригаде Брандорфов. Както аз винаги казвам, в еврейска бригада на Брандофи. Туда очень тяжело принимали.
Много трудноприема там. В основном там работали, ну понятно, там работали одни евреи. В основном там соработали евреи. Почему-то заведующий меня принял. И по някаква причина главния там ме е приел. Да, Дмитрий Семенович Брандов посидел, поговорил со мной, говорит, хорошо, все, принимаем тебя. Дмитрий Семенович Брандов и говорил со мен и ме е приел. Через какое-то время пришла на работу устраиваться Сауле. След определен време я дошла Саулен също да работи там. Она казашка. Тя е от Казахстан. И вот представляете, я вижу Сауле. И представите ли си, аз виждам Сауле. Первый раз в жизни. За първи път в живота си. И представляю почему-то Абая. И представим си Абай. Я говорю, ты веришь в Бога, Сауле? И аз си казвам, вярваш ли в Бог, Сауле? Да, я, говорю, даже в церковь хожу. Да, аз вярвам в Бог и даже ходя на църква. В какую церковь? В коя церковь ходишь? Ну, она тогда ходила в баптистскую церковь. Тя и ходила тогава в баптистскую церковь. Я ей говорю, тебе надо обязательно познакомиться с братом Абаем. Я си казвам, ти задолжительно треба да се запознаеш с брат Абай. Обязательно надо. Задолжительно. Потому что я положил глаз на Сауле за брата Абая. Аз тогава още помислих тя и за брат Абай. На самом деле это было слово знание. Всъщност това беше слово на знанието. И вот Сауле пришла в нашу церковь. И Сауле дойде в нашата църква. Познакомилась с братом Абаем. Запознался с брат Абай. Через несколько месяцев они женились. И след няколко месяца се женили. И сегодня у них уже 6 детей. И сега вече имат 6 деца. И уже одна внучка, первая внучка пошла. Да, и одна внучка. Я к чему все это говорю, рассказываю. Вы знаете, помазание работает. За какво ви разказвам това? Всъщност помазанието работи. Помазание также работает и на детородие. Помазанието работи и на деторождение. Знаете, я в нашем городе известен как доктор. В нашия град съм известен като лекар. К которому приходят семейные пары. Към когото отиват семейни двойки. Которые не могут забеременеть. Които не могат да забременеят. То есть им поставили у кого-то первичное бесплодие. Имат различни диагнози на първично безплодие. У кого-то вторичное бесплодие. Някои вторично. И они приходят ко мне. И те идват при мен. Как доктору. Като при лекар. За кого-то я молюсь. За някой аз се моля. Кому-то назначаю травы. Но когото на някой им назначавам различни билки. Кому-то назначаю врачебные манипуляции. На някои врачебни манипулации им назначавам. И одна пара, одна семейная пара. Имаше една двойка. Они не могли иметь детей больше 10 лет. Не са могли да имат деца повече от 10 години. Больше 10 лет. Повече от 10 години. Они испробовали все, абсолютно все. Испробовали са абсолютно всичко. То есть и стимуляцию. И стимулации. И искусственное оплодотворение. И искусственное оплодотворяване. Инвитро. Инвитро. И ничего не помогло. И ничто не е помогло. И вот они пришли. И те дойдоха. На сегодняшний день у них уже двое детей. И към този ден те вече имат две деца. Первое время я еще считал эти пары, семейные пары. Първо време аз ги броях тези семейни двойки. Которые не могли забеременеть. Които не са могли да забременеят. Но лично я уже сбился со счета. Но лично аз вече изгубих бройките. Слава нашему Богу, правда. Слава на нашия Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. И... Вот я представляю брата Абая сегодня. Я себе представляю брата Абай днес. Давайте поприветствуем Абай Трубергенов. Спасибо за представление. Да, благодаря ви за представението. Меня зовут Абай. Аз се казвам Абай. Я из Казахстана. Аз съм от Казахстан. Вот, где, конечно, мне посчастливилось встретить и Гену, и Наташу. И аз имах такава честь да срещна Геннадия и Наталия. Ну, мы вместе с Геннадием учились в мединституте. Заодно с Геннадием мы все учили в медицинский университет. Кажется, на курс два был старше, да? Геннадий был 1-2 курса повысок от меня. И мой однокурсник, одногруппник. И мой коллега. Показал на Геннадия. И показал на Геннадий. Сказал, это каратист, говорит. И казва, той каратист. Поглядни. В то время это было что-то, ну... То, что было запрещено и только-только разрешалось. По онова время было нечто, которое было забранено и таман се разрешавало. А он уже был тренером. А той вече и бил тренер. Потом, когда я пришел первый раз в церковь. После аз, когато дойдох в църква за първи път. В 91 году. 91 година. Вот, насколько я помню. Доколкото се сещам аз. Гена уверовал где-то в апреле. Геннадий поверил некогда през април месяц. Не ошибся. А я в октябре пришел. Аз през октомври дойдох.
И к моему удивлению, Геннадий там сидит и читает Библию, рассказывает. И за моето изненадване, там вече стоеше Геннадий, читаеше Библия, молишеше. Ну, это снова было удивление для меня. И това беше голяма изненада за мен. Потому что мы все были атеистами. Защото ние всички бяхме атеисти. Я как раз закончил на пятерку вот, ну, по, ну, по атеизму. И аз таман приключих атеизма с оценка 5, най-висока. Ну, у нас предмет философии был на втором курсе. Да, предмет философия не бил през втори курс. Вот, и там мне задали вопрос, что ты знаешь о верующих, а я о них ничего не знал. И там сами питали вопрос, ты какво знаешь за вярващите, а аз ничто не знаех за тях. Ну, я просто говорил, они плохие. И аз просто им казвах, лоши са. Вот, и тут прихожу, смотрю, люди читают Библию. Вот, ну это для меня был культурный шок. Я с отивом, гледам хората читат Библия, и за мен това беше културен шок. Вот, ну то есть для меня было непривычно, что советский человек читает Библию и говорит о нем так уверенно, что это как будто это правда. За мен не было нечто странно, че человек от Советского Союза читает Библию и говорит за ней толку уверенно, сякаш и истина. Да. Ну, также с Наташей в это время познакомился. Кажется, тоже в декабре пришли, 91-го. И с Наталией също някъде там се запознахме. Тя дойде през декември месец, същата година. Ну, у меня плохая память на имена и на сроки, но вот их запомнил. Аз имам лоша память за имена и за срокове, но точно тя ги запомних. Вот, ну, Наташа пришла со своей подругой Эльмирой. Наталия дойде с нейната приятелка Эльмирия. И как я помню, она с первого же дня вот, ну, уверовала, то есть у нее не было долгого времени раздумья. И доколкото се сещам, тя е повярвала още от първия ден, не е размисляла много. Может, я ошибаюсь, но вот у меня такая на памяти. Може би греша, но мисля, че е било така. Я не знаю. Вот, и, ну, Наташа с Эльмирой были очень веселые, такие вот, ну, шустрые, общительные, это меня удивляло. Наталия с Эльмирой са били много общительные и весели, това ме изненадваше. Ну, потому что у меня, ну, как был свой жизненный опыт, почему это меня удивляло. И аз имах свой жизненный опыт, и за това ме впечатляваше това. У меня был комплекс неполноценности сильный. Аз имах комплекс на... имах низка самооценка. Я не мог общаться, ну, с людьми нормально. Не можа да се общувам с хората нормално, спокойно. Ну, потому что у меня где-то на детском уровне психологическое, социальное развитие остановилось. Защото някъде развитието социално е спряло на детско ниво в мен. Ну, потому что у меня в 6 лет разошлись родители, и я вырос у отца и мачехи. Защото когато бях на 6, моите родители се разведоха и аз имах... имах за майка нова жена на баща ми и за баща новия мъж на майка ми. И вот, ну, мачеха, она сильно меня подавляла. Новата жена на баща ми, тя много ме притискаше. И поэтому у меня в подростковый период это все выстрелило в комплекс неполноценности. И докато и като станах тинейджер, тогава всичко излезе и получих много ниска самооценка. На самом деле я в детстве был очень счастлив, и у меня было много энергии. Всъщност аз, когато бях малък, имах много енергия, бях много счастлив. Допустим, я еще в первый класс не поступил, но я с соседкой пятилетней пошли где-то 2 км за арбузами. И даже преди да отида на първи клас, бях някъде на 5, и ние с кумшийката отидохме, и нейното дете отидохме за дини, някъде на 2 км от дома са се намирали. Там были вот такие арбузы, ну, в Кустанайской области, на севере Казахстана, там вот такие больше не растут. И са имали такива дини на север на Казахстан, и те вече ги няма такива дини. Мы собрали арбузы там, сетку, мы, кажется, с сеткой пошли туда. Ние ги събрахме в мрежата. И на обратной дороге... Ну, девочка Баяна, она говорит, не могу идти. И на обратен път, момичето Баяна, тя казва, аз не мога да вървя повече. Я взял ее на спину. Аз я качих на гърба си.
также сетка. Държим мрежата. И эти километр два, ну, принес. И вървя този километр два. Ну, вкъщи. И, ну, когда я ходил, я вот, ну, ходил всегда счастливый. Когато излизах, аз винаги бях счастлив. У меня какая-то была вот такая походка. Имах такава походка, весела. Да. Я вот так вот, ну, ходил, это и быстро, и легко почему-то было. Ну, вот било е бързо и лесно за мен. Я был такой счастливый. Бях много счастлив. А где-то в втором-третьем классе мы пошли за коровами. И някъде през втори-трети клас на училището ние отидохме за крави. А по дороге мы увидели зернохранилище, ну там большое здание, длинное такое. И ние по пътя видяхме склада с различни зерна. Там были высокие ворота, ну как. Имаше високи врати. Мы с ним, с братишкой, залезли на эти ворота. И ние с брат ме се качихме върху тези врати. Сверху там была щель, мы туда и прыгнули в зерно. Имаше малка дупка там, и ние точно през тази дупка влязохме и скочихме в зерното. И мы там начали прыгать от радости. Почнахме да скачаме от радост. Потом смотрим, темно. И гледаме, а, тъмно стана. И давай, быстро выскочили, коровы уже домой пришли сами. И много бързо изскочихме, кравите вече сами са стигнали до вкъщи. А нам как раз мачеха купила новые одежды, футболку и шорты. А новата жена на баща ми, тя таман ни купила новите дрехи. Одинаковые. Панталони, дрешки, еднакви, на мен и брат ми. Вот мы их только одели. И таман ги облякохме. Пришли домой, они в тряпки превратились. Не пристигаме вкъщи, и те всички са станали с дубки. На нищо са станали. Вот, или мы там, допустим, тоже в третьем классе родители уехали. И някъде през също третий класс нашите родители са заминали. Мы решили взрослую жизнь вести. Не решихме да се направим на големи. Как мальчики. Като големи момчета. Начали курить. А почнахме да пушим. И как делают взрослые? И как правят големите? Бычки мы под это, под ковер ложили. А това, което остана от цигарата, ние го сложихме под килим. Через две недели приезжает, ну, мачеха. След две седмици пристига новата жена на баща ми. Открывает ковер. Гледа под килима. Это что такое? А, какво става тук? Вот, ну, в смысле, мы не соображали, что нельзя было вот, ну, прятать так, надо было, ну, на улице, может быть, там в туалет выкинуть. Ние не сме се замислили, че така не трябва да се крия, може би трябваше някъде навън, като го изхвърлим. Ну, эти все такие вот, ну, истории, ну, это то, что я рассказываю, показать, что, ну, было очень много энергии у нас, у меня. Тези истории ги разказвам, за да ви покажа, че имах много радост, много енергия. А вот в подростковом периоде... А когато станах тинейджер... У меня эта энергия была внутри, у меня было много желаний, больше даже, чем в детстве. Тази энергия имах вътре, повече желания, отколкото съм имал като дете. А делать я ничего не мог. А да правя нещо, нямах възможност. И от этого я сильно страдал. И от това много страдах. Потому что очень много сильных желаний, ну, подростковых. Защото имах много силни желания като тинейджер. Но я как, стеснялся всего. Но се притеснявах от всичко. Поэтому, ну, я считал себя самым несчастным человеком. Затова съм се смятал сам за най-нещастен човек на земята. И думал, что счастья нету. И мислих, че щастието не съществува. И ненавидел мачеху свою. Мразих новата жена на майка ми, на баща ми. Ну, из-за того, что я стал таким. Заради това, че станах такъв. Поэтому, когда я пришел в церковь, и за това, когато дойдох в църква, я сразу же вот, ну, зашел и сел на, ну, в крайнем ряду. И аз като дойдох, веднага влязох, седнах най-в края. И заплакал. Разревах се. Потому что я увидел много молодых людей, которые улыбаются, счастливые. Защото видях много млади хора, които се усмихват и са щастливи. И я, ну, подумал, я же думал, что счастья нету, оказывается, есть. И аз се замислих, и аз нали си мислих, че няма щастие, а то има. И вот я ходил в церковь, ну, будучи атеистом. И аз отивах на църква всеки път, обаче съм бил атеист.
потому что, ну как, мне, я был счастлив, когда приходил в церковь. Аз бях счастлив, когато съм идвал на църква. Я ничего не понимал, о чем проповедуют. Нищо не съм разбирал, за какво проповядват. Помню, про какого-то Давида говорили. Срещам се за някакъв Давид, са говорили. Ну, я же никогда не читал Библию, поэтому... Нали, аз никога не съм чел Библия, и затова это... няма как да знам. Непонятно было, но я был счастлив. Но аз бях счастлив. И вот, и как только я уходил домой, в среду у меня начиналась глубокая депрессия. И аз, когато си тръгвах в среда, и тогава путавах в дълбока депресия. И я ждал, когда же наступит воскресенье следующее. И аз чаках вече, кога ще настъпи следваща неделя. И я обяснял для себя, ну это психотерапия. И обяснявах за себе си, това е психотерапия. Бога нет, но мне там хорошо. Бог не съществува, но там ми е добре. Вот, и вот в феврале 92 года. И през февруари месец 1992 година. На одном из собраний пастор сказал. На едно от събирания пастор е казал. Представьте человека, которого вы ненавидите. Представете човек, когото мразите. И скажите три раза, что вы любите его. И кажете три пъти, че го обичате. И я представил ненавистное лицо своей мачехи. И аз представих ненавистното лице на мачеха ми. Для меня это, ну как, было тяжело, потому что я не хотел ее представлять. За мен това беше много тежко, защото не исках да я представям. Мой день портился с момента, как я вспоминал о ней. Моя ден се развалише от същия момент, когато се сещах за нея. С этого момента я только думал, какая она плохая и как я несчастлив. От този момент аз си мислих, колко е лоша тя и аз колко съм нещастен. А тут еще ее... Тогда, когда я не помнил, вдруг надо ее вспомнить. А тук аз не помня за нея, изведнъж трябва да се сетя за нея. И я представил ее лицо и сказал три раза «люблю». И аз си представих нейното лице и казах три пъти «аз те обичам». И от себя добавил, что прощаю. И добавих от себе си, че я прощавам. Вот я не знаю, в каком я был состоянии. Не знаю, в каком состоянии аз бях. То есть, как бы, что-то было во мне, что это делало, ну, в смысле, говорило, что любит, что прощает. Имало и нечто в мен, което аз не разбирах, което казвало, че я обича и я прощава. То есть, я бы к этому не пришел сам. Аз не дойдох при това сам. Не стигнах до това сам. И вот на следующий день после такой молитвы... И вече при следващия ден... След тази молитва. Я ощутил, такое вот ощущение, что большой ком снега, ну там метров на 5-6, вот такой вот диаметре. И аз усетих, че имаше сякаш 5-6 метров ком. Но он воздушный, он падает на топка, меня. Топка сняг. Он падает на меня. И тя тази топка пада върху меня. И это Божья любовь. И това е Божията любов. И тогда я снова заплакал. И то пак се разплаках. От мысли, что меня кто-то любит. От тази мисъл, че някой ме обича. Потому что я считал, что меня не может кто-нибудь любить, я плохой. Защото аз смятах, че никой не може да ме обича, защото съм лош. И вот в этот момент я понял. И в същия момент разбрах. Так, Бог Отец есть. Така, Бог Отец съществува. То есть вообще, то есть Бог существует, и именно это Бог Отец. То есть Бог существует, и то и наша баща. И значит, наверное, Сын тоже существует. И сигурно Сына също съществува. Вот, то есть с этого момента я уже уверовал вот в феврале месяца 92-го. И от този момент аз повярвах през февруари месец 92-го година. И три дня я после этого не ощущал земли. И три дни след това аз не усещах земята под краката ми. Я пришел в институт. Аз отидох в университета си. И всем стал говорить, что я уверовал в Иисуса Христа. И аз почнах на всички да казвам, че аз повярвах в Иисус Христос. И мой земляк из Кустаная, он пришел только с армии. Ну, там с первого курса обычно забирали, и они обратно возвращались. Или со второго курса в наше время. Имаше човек от Казахстан, който дойде след, той дойде след казарма, през първи или през втори курс. Вот, и он меня вот так вот схватил за шиворот. И той ме хвана така за шията. Поднял. Въздигна ме. И сказал, ты предатель. И ми е казал, ти си предател. Вот, а я ему говорю, я тут ни при чем.
И аз му казвам, аз не съм виновен за нищо. Исус съществует. Исус съществува. И вот, и, ну, у него тоже, видимо, шок был, он меня отпустил, больше ничего не говорил. И то есть, что имел шок явно, то и меня пуснул и ничто не оказывал, трогнулся. Потом на каникулы я поехал домой. Вече през почивните дни аз заминахся в къщи. Мачка, как всегда, там ругалась. Мачтиха как-то винаги ми се карала. А я ей говорю, то есть, я говорю, я же тебя люблю, а почему ты ругаешься? То я есть, си казал, она не готова была к этому. Да. А я си казал, нали ты обичам, защо ми се караш? И тя не беше подготвена за това, да и каже това. А она, ну, видимо, у нее тоже был, ну, как культурный шок. И на следующий день она сказала, говорит, мой неродной сын лучше родного. И аз, тя явно също имала културен шок, и следващия ден тя ми казала, че не ми родния син е по-добър от родния. Потому что ее родной сын до сих пор, ну, помнит это детство и говорит, ты нас била. Защото родния и син все още се сеща за детството си и казва, ти си не била. И его родная мать, моя мачеха, она, ну, в конфликте с ним, ты, говорит, зачем такие вещи говоришь? И родната му майка е в конфликт с него и му казва, защо говориш тези неща? То есть у них до сих пор конфликт, хотя он родной сын. Защо? Те все още имат конфликт, нищо, че са роднини. А, ну, с этого момента между нами с мачехой нормальные отношения. А пък от този момент ние с мачехами имаме нормални взаимоотношения. После этого она никогда не ругает меня и плохое про меня не говорит ни за глаза, ни в лицо. След този момент тя вече не ми се кара и не ми казва нищо лошо. Я тоже стараюсь почитать ее, ну, несмотря на все это, всегда с уважением принимаю ее. Я също се опитам да я почитам и с уважение да се отнасям към нея. Вот Гена привел пример, что я много молился. Геннадий казал пример, аз където много се молих. Ну и я уже забыл об этом. А забравих за това вече. Спасибо, Гена. Благодаря, Геннадий. Ну, это вот, понимаете, мое духовное, мое психологическое состояние, как я просил у Бога, вот, ну, чтобы он меня раскрепостил, научил меня снова, ну, социальным отношениям и так далее. Разберете, че всъщност вярата в Бога ме е научила на новите взаимоотношения с хората, ме е разкрила като човек. То есть я очень нуждался в Боге, поэтому... Аз имах голяма нужда от Бог. Ну, также мы, вот, ну, Гена, Наташа, мы отличались, еще были наши ребята, которые еще в Караганде есть. Но също така, ние с Наталия, Геннадий и други хора от Казахстан, ние също се различавахме. Мы приходили на собрание за час, за два. Ние пристигахме на собранието 1-2 часа по-рано. И в молитвенной комнате отделялись и молились. И в молитвенной стае ние се отделихме и молихме се заедно. И после собрания оставались, молились. И след собранието ние се оставихме и се молихме. И среди недели отдельно встречались, неофициально тоже молились. И по средата на седмица неофициално се срещахме и пак се молихме. Тоже ночные молитвы устраивали. Също правихме и нощни молитви. Вот, то есть мы делали больше, чем, ну, от нас требовалось. Ние правихме повече, отколкото се изисквало от нас. И я думаю, это... Поэтому Бог особо изливал на нас благодать. И аз мисля, че заради това Бог особено изливал благодат върху нас. Поэтому что мы стали служителями. Затова ние станахме служители. Ну, про Андрея хочу сказать. Също искам да кажа и за пастор Андрей. Ну, я когда уже был пастором в церкви в Караганде. Когато аз бях пастор в църквата в Караганда. У нас проблемы было с водопроводом, он замерз. Имахме проблем с водоснабдяване, то е замръзнало. И, ну, там счетчик тоже сломался. Всичко се изчупило, водомера се изчупил. Андрей был тогда руководителем водоканала. Андрей тогава е руководил ВИК. У меня тетя была руководител на ВИК. И моята Леля е била... Тетя. Е била юрист, адвокат. Я уже подробности не помню, я просил ее поговорить я с начальником. Я молих да поговори с начальника, руководителя. Чтобы, ну,
потому что большие штрафы на нас налагали за это. За что-то не щахме да имаме големи глоби за това, че се е случило подобно нещо? И вот тогда Андрей помог. И тогава Андрей не помогнал. Да. Вот, ну, вот эта вот постоянная жажда, как вы поняли, у меня была, вот все время всего мало было, недостаточно, поэтому я, ну, много учился. И как-то разбирать пред целия си живота, аз имах жажда, имах нужда да имам повече, да уча повече. Вот, когда мы учились на бакалавриате в Московском теологическом институте. Когато се учихме за бакалавър, за бакалавър в Московската теологическия институт, университет. Там не было в программе греческого и иврита. Нямаше в програмата гръцки и иврит. Но я самостоятельно начал изучать иврит. Но самостоятельно реших да изучавам иврит. 4 года занимался где-то. 4 години някъде съм се занимавал с това. Потом я понял, что надо еще и греческий учить. После разбрах, че трябва и гръцки да науча. 2 года посвятил этому. 2 години отделих за това. А греческий выводит на философию греческую. А гръцкий не води и до гръцката философия. Я понял, что тоже без философии ничего не сделаешь. И разбрах, че и без философии нищо няма да направиш. Вот, и это для меня стало базой, вот, ну, для развития. И това е станало база за мен, за развитието. Ну, также я иудаизм изучал. Също така изучавах и иудаизм. То есть те вещи, которые немножко, ну, как бы, сверх нормы. Тези неща, които са сверх норма. И мои однокурсники сказали, что я еретик. И моите колеги са казали, че съм еретик. Но когда приехал проректор, ну, этого МТИ. Когато е дошъл ректора на този университет, и стал хвалить мою дипломную работу, е започнал да хвали дипломната ми работа, то все стали, ну, уже с уважением относиться ко мне. Тогава всички започнаха да ме уважават. И, ну, по Божьей милости, вот, ну, у меня таких денег нет, это все платно. По Божията милост, аз тогава нямах такива пари, всичко това било заплатено. Магистратуру пригласили. И са ме поканили за магистър. И неожиданно потом на аспирантуру пригласили. И са ме поканили да уча аспирантура. И вот, ну, по Божьей милости, сейчас я вот второй год в аспирантуре. И по Божията милост за втора година вече съм в аспирантура. Надеюсь, что Бог дальше будет вести. Надявам се, че Бог ще продължава да ме води. Я смогу закончить и защитить диссертацию. Я ще мога да приключа и да защитя диссертацията си. Вот. Ну, это вот мое все время ненаситимость в Боге. И всичко това е моята ненаситеност в Бога. Бог есть слово. Не мога да се наситя. Бог е слово. Поэтому греческий, иврит, философия, это все именно является как словом Божьим. Затова гръцки, философия, иврит се явяват основа на Божието слово. И я насыщаюсь Богом именно через эту учебу. И я се насищам на Бога точно от това учение. Это, ну, мой индивидуальный путь. Това е мой индивидуален път. Вот. Потому что мне казахи говорили так. Защото казахи са ми казвали така. Зачем ты учишь иврит? За какво учиш иврит? Кому он нужен? На кого му трябва иврит? Вот, и типа те, кто много учатся, они слишком гордые. И тези, които учат много, много се гордеят. А надо быть простым. Ти трябва да бъдеш прост. Или один уже, ну, сам, ну, как доктор богословия, ну, PhD защитил, мой, ну, один из преподавателей. Имаше един преподавател, който е защитил PhD. И когда я ему сказал, что изучаю иврит, и когато му казах, че изучавам иврит, он сказал, у тебя слишком много времени, что ли? Той ми е казал, прекалено много време ли имаш? Надо свободно време. Църковными делами заниматься. Трябва да се занимаваш с църковни неща. Но для меня вот эти мертвые языки и это вот тяжелая учеба, это есть мое общение с Богом. За мен тези мъртви езици, затруднено учене, всичко това за мен е общуване с Бога, моя път. Это вот наслаждение через трудную учебу. Наслаждаване чрез трудното учене. Это мой язык общения с Богом. Това е моя език за общуване с Бога.
Аминь. Поэтому я очень рад тому, что я неожиданно оказался здесь. Затова много се радвам, че неочаквано се отказах тук. Гена и Наташа все время говорили, уже много лет назад, каждый год говорят, приезжай в Болгарию. Геннадий и Наталья от много години на сами ми казват, всяко година, ела в Болгария. Но я понимаю, что это невозможно для меня. Я се разбирах, това не е възможно за мен. То есть у меня нет таких финансов. Нямам такива финанси. Поэтому это было, думаю, просто вежливость такая. Затова мислех, че това е просто така, да ме канят. Но в этот раз вот Гена и Наташа, они сказали, мы тебе оплатим дорогу, и, как для меня это вот, Божья благодать, не как бы сверхъестественная. И този път Геннадий и Наталья ми казаха, че ще платят пътя ми, и това за мен беше Божията благодать, чудото. И, это сверхъестественное проявление братской любви. Сверхъестественное проявление на братската любовь. Вот. Поэтому я очень рад общению с вами. Затова много се радвам на общуването с вас. Я ощущаю вот эту семейную обстановку. Усещам тази семейная обстановка на Божията любовь. Именно та специфическая ее форма, именно которую могут преподнести или передать вам Гена и Наташа. И точно тази специфичная часть на любовта, която Геннадий и Наталья могут да ви покажат. Вот. Спасибо большое. Благодаря ви много. Спасибо. Спасибо большое. Я все-таки тоже так скажу, что есть много на земле мертвых языков. Я също ще ви кажа, че на земята съществуват много мъртви езици. Например, латинский язык. Например, латинский язык. Такого народа уже нет. Такъв народ вече не съществува. И, конечно, что касается еврейского языка или еще глубже копну. Това, което касае еврейски език и... Роман уже ушел? Роман Замина? Да. Да. То, конечно, арамейский язык – это действительно язык Бога. Арамейский язык? Арамейский. Арамейский язык – също и древен еврейский язык, също и язык на Бога. Недавно доказали это. Учени са доказали това наскоро. Когда они раскрутили ДНК человека. Когато са взели ДНК-то на човека и са погледнали. И начали пытаться расшифровать код. И са се опитвали да расшифрират това, което пише в кода. Это научно доказано. Научно е доказано. И начали подбирать языки. Какой язык подойдет под этот код? И започнали да подбират езици, които ще помагат за расшифрирането на този код. Ни один язык не подошел под этот ДНК. Нито един език не бил сходен. И знаете, какой язык подошел? И знаете ли, кой язык и был сходен? Подошел только один язык. Самый один. Арамейский. Арамейский. И ученые прочитали надпись на ДНК человека. И ученики са прочели надпись в ДНК-то на человек. И это правда удивительно. И това наистина е нещо изненадващо, удивително. И на ДНК человека написано. В ДНК-то на человека пише. Заповед. Возлюби Господа Бога своего. Возлюби Господ твоя, Бог. Разве это не доказательство? Това не е ли доказателство? Что арамейский это Божий язык. Че арамейский е Божий язык. Поэтому, конечно, арамейский язык это исключение из всех языков. Затова арамейский язык е исключение от всички езици. Он не только живой. Той е жив. Это Божий язык. Това е и Божия език. И сегодня вот Абай сегодня говорил. Абай днес е казал. И кто-то может подумать, такой вот человек, открытый, жизнерадостный. Может быть, някой ще си помисли, че човек е открит, жизнерадостен човек. Я думаю, это он нас всех так заманивает. Но мисля, че просто той така ни кани. Потому что сегодня уже начинаются библейские курсы. Защо тут днес вече започват библейските курсове? Где Абай начнет преподавать. Където Абай ще преподава. Мы его специально для этого пригласили. Ние затова специално го поканихме. Эсхатология. Эсхатология. И нам всем станет как-то вот так. И на нас всички не ще не стане малко така. Что он сказал? Какво-то я казал. Вы что-то поняли? Не, нечто разбрахте ли? Ручки обязательно, тетрадки. Задолжительно химикалии. Еще мы будем все равно записывать это. Чтобы в нашем всичко банке, записываме. В памяти нашей церкви. За да остане в памета на нашата църква. Вот эти записи остались. Тези записи да останат. И члены нашей церкви могли бы в любой момент опять
просмотреть. Членове на нашата църква всеки момент да могат отново да я прегледат тази запис. Потому что предстоит очень твердая пища. Защото ще предстои много твърда храна. Это очень твердая пища. Много твърда храна. И я бы сказал, что Абай в этой области является экспертом. И аз бих казала, че Абай се явява эксперт в тази област. Что я заслушался его проповедям по эсхатологии еще 20 лет тому назад. Я слушах тази проповед по эсхатологии още преди 20 години. А сейчас я представлю другого проповедника. А сега ще я представя друг проповедник.